А заставка как из новостей будет такая? Ту-ту-ту, breaking news. Все, выдаем по ту сторону эфира. Да. О, это мы. Все, мы в эфире. Привет всем, кто присоединился. Да, может, еще не все присоединились, конечно. Но я уже представлю наших гостей сегодня. Продолжается цикл интервью «Диалог с профессией». Сегодня в гостях Сабина Кулиева, радиоведущая Love Radio, да. Красноярск. И Стас Сакулин, радиоведущий, диджей Европы плюс Красноярск. Вот, очень приятно. Здравствуйте, привет. Анна. Здравствуйте. Да, сегодня мы попробуем описать вашу профессию, показать ее молодым людям, которые, может быть, хотят ее выбрать в своей жизни, захотят пойти по этому пути. Вот. Ну и давайте начнем с ваших путей в эту профессию. С кого начнем? Ну, с Сабины, наверное, начнем. Тебе надо уступить девушке. У меня очень долгая история, давай с тебя. Ну, как я пришел на радио, да, как я попал? Да. Ну, во-первых, это, наверное, все началось в 7 лет. Ого! Вот, как говоришь, у тебя долгая история. На самом деле, всегда было интересно, я всегда хотел узнать, как же люди ставят песни, например. Вот ты звонишь в эфир, говоришь, хочу послушать эту песню, это Рибок или Найк, и человек такой, что за песня, как ее, он просто берет по щелчку пальца, она играет. Я думаю, что там за винамп у них такой стоит. Во-первых, было интересно, с этой стороны, а во-вторых, для меня это был какой-то, максимально прокачанный волшебник, который знает все обо всем, звезды, там, кино, журналы, что-то с музыкой. И он такой, ты ему звонишь, и он говорит, да-да-да, вот смотри, все делает, и приятно слушать себя людей. И вот уже в сознательном возрасте, на каком-то из мероприятий, я знакомлюсь с бренд-менеджером радиостанции, который мне говорит, слушай, классно, мне понравилось, как ты ведешь мероприятие. Ну, это был какой-то предпоказ кино, и он говорит, мне понравилось, как ты ведешь, я видел там тебя уже несколько раз, хочешь работать на радио? Ну, и для меня это прозвучало как какой-то... Ну, просто такой крючок, который, о, прикольно, можно попробовать, почему бы и нет. Я сказал, да, хочу, мечтаю. Он говорит, ну все, приходи записываться. Ну, на самом деле, вот, в принципе, такой путь у меня и был. То есть ты начинал с ведущего мероприятий? Да, я начинал с ведущего мероприятий. Кроме того, я несколько лет тому назад, до того, как мы с Ярославом познакомились на предпоказе, пробовался на роль диджея на кастинге, там через знакомых тоже попал, там все договорились, говорят, придешь, запишешься. Я пришел, сел в студию, мне дали какой-то текст, и я сделал начитку, меня записали, и дико все ржали над тем, как я это сделал. Я сильно волновался за подачу голоса, потому что человек, который работает на радио, его не видят. Да. Нету канала восприятия, его только слышат, поэтому по твоему голосу рисуют какой-то образ, там это может быть там какой-нибудь брутальный такой дядька огромный, который сидит, рассказывает, или наоборот, кто-то там такой нежный, такой лавирующий. Вот, но в целом я переживал за это, а оказалось, надо было переживать за другое. Мне дали текст коммерческой рекламы, и вот там был бренд, который называется Moschino. А я прочитал Moschino. Ну, я вообще не знал. Там типа там что-то вроде как Oriflame, там LG, какие-то такие знакомые вещи. Да. И Moschino. Ну, я Moschino. Там не было ни транскрипции, никаких там переводов, ничего, ни ударений. Ну, я прочитал, как есть. Мне говорят, все, дружище, говорит, все классно, но на радио ты работать никогда не будешь, извини. И вот тогда у меня эта мечта зарубилась, все, а тут, получается, мне говорят, давай, хочешь попробовать? Сказал, да, хочу. Попробовал и теперь работаю на радиостанции номер один в России. То есть вообще не надо слушать, что вам говорят, что получится, не получится. Если есть желание, берите, делайте. Все, мой путь на радиостанцию. Как по-другому попасть, я не знаю. Воодушевляюще. Да, ничего не скажешь. Нет, моя история началась, конечно, не в 7 лет, наверное, чуточку позже. В свое время в школе я всегда вела мероприятия вообще. Всегда я висела на доске почета, кто будет вести, кто будет петь, кто танцевать, все буду делать я. Ну и из-за того, что мне нравилось вести мероприятия, в одном из молодежных центров нашего города открылся такой проект, который назывался «Школа ведущих». И, в общем, мои преподаватели решили, что мне нужно туда пойти. Я сопротивлялась всячески, но подумала, почему бы, собственно, нет. Пришла, меня туда взяли. Пару лет, наверное, с 14 до 16 лет я там сидела и понимала, что я в своей школе вела мероприятия, я такая активная звезда.
Но когда ты находишься в среде, где все вокруг тебя точно такие же, я почему-то зажалась и поняла, что я стесняюсь, я не хочу, мне страшно, вдруг у меня не так получится, и все такое. В общем, 2 года я сидела. А потом как-то так получилось, что мы работали как раз в МВДЦ Сибири на какой-то из выставок. Девочка, которая должна была там работать, заболела. Мне звонят утром, говорят: «Сабина, ты сегодня будешь работать на радио в МВДЦ Сибирь». Я говорю: «Это как?» И, значит, мне нужно было объявлять какие-то там работы выставок. Ну, типа там в павильоне номер 1 сейчас начинает работать выставка номер 2 и все такое. И я, в общем, поговорила там и поняла, что я мечтаю работать на радио. Мне, конечно, очень сильно нравится сцена и нравилась на тот момент. Это была моя самая большая любовь. Но когда я поработала за кадром, я поняла, что это вот, вот оно, это мое. И после этого меня пригласили еще на какое-то радио, тоже местных масштабов, какой-то молодежной станции, еще туда-сюда. И потом я услышала эфир Love Radio как раз в городе Красноярске. Мне понравилось абсолютно все. Музыка, диджей, я влюбилась и поняла, что я хочу работать на Love Radio. Это была моя мечта. Когда мы знакомились с кем-то, я говорила: меня зовут Сабина, я хочу работать на радио. И, в общем, потом, когда мне было 18, по-моему, или 19 лет, проект «Школа ведущих» продолжал существовать в молодежном центре, но мне предложили его уже стать его куратором. И так получилось, что я уже набирала ребят, подростков, которые хотели быть ведущими. Вот так. Здорово. И потом нашим ребятам сказали: слушайте, а никто не хочет попробовать себя в кастинге на радио? Я говорю: так я же хочу, возьмите меня. Вот она я. И все, и так я познакомилась со своей будущей коллегой Оксаной Хмель, пришла на радио. Говорю: я хочу работать на Love Radio. И как раз вот попала на кастинг, мне сказали: на Love Radio еще рано, давай на русское радио. Я говорю: ну хорошо. И вот так вот я устроилась на русское радио Красноярск, проработала там 1.5 года, и после чего я стала ведущей Love Radio Красноярск. Красота. Прям вот человек, который... Ты пришла к своей мечте. Ну, может быть, ты все-таки, твоя мечта — это Love Radio в Московское? Я думала об этом, на самом деле. У меня был вариант попасть на Love Radio Москва, но в силу семейных обстоятельств и моего закоренелого образа жизни в этом городе, я решила, что мое место в этом городе все-таки. Поэтому осталась здесь. Ясно. Ох. Ну... А сейчас, кстати, этот проект еще не существует, школа ведущих? Его периодически пытались возобновлять, но, насколько я знаю, у них не очень что-то получалось или получается. Не знаю. Не слышно о них, ясно. Ну, по крайней мере, мы знаем теперь человека, который участвовал в этом проекте и курировал, Это знак, надо свою школу запускать. Радиоведущих. Кстати, да, почему бы не открыть бизнес? Такой. Это очень ответственная работа, на самом деле. Я знаю, очень... Ну, у нас есть школы радио по всей России, и курсы тоже, но я в них не уверена и не хочу свое имя туда вставлять, если я не уверена, ну, в том, продолжать, что у меня результат. Как, ну, типа... Наставник. Как наставник? Нет. Не хочу. Ну, на самом деле, мне кажется, именно у тебя бы хорошо получилось. Ну, вот просто это к тому, что я, когда пришел на радио, у меня наставником как раз была Сабина. Я вот пришел, да, она уже работала. Она была вот прям уже гуру, она знала каждую кнопку, куда нажать. Просто вот чтобы понимали, да, люди, которые ни разу не видели радиостудию изнутри, это просто жесть. Вот ты приходишь первый раз, и тебе кажется, что это, ну, человек-осьминог сидит какой-то, который владеет черной магией, у него щупальца одна здесь, этот фейдер подкручивает, тут кнопку нажимает, тут берет телефон, тут наушники снимает, в планшет туда написал, там просто разрывается голова. И у меня до этого момента там были, ну, мероприятия, там на 1000 человек я проводил. Когда ты на сцене, ты видишь отдачу зрителя, ты можешь понять, в какую сторону тебе нужно вести мероприятие, то есть на что люди реагируют. А когда ты сидишь... Ну, это масштабно. А когда ты сидишь в студии, там, 3x3, никого нет, у тебя вот компьютер, микрофон, и ты такой: а меня точно услышали сейчас? Где отдача? Где она? А вот потом прилетают сообщения, говорят: о, типа, классно, песню поставьте, привет передайте, типа, Красноярск, просыпайтесь.
вот эта отдача, когда люди звонят, и, ну, ты понимаешь, что да, действительно, тебя слушают, тебя слышат, и это круто. Но вот, допустим, у меня, я когда пришел, это была вообще жесть, я не понимал, как это все можно сделать. Uh-huh. Вот Сабина как раз мне помогала стать тем, кто я есть. А когда я пришла на радио, я тоже думала, я никогда в этом не разберусь. Я человек, который с компьютером вообще на «вы». И меня просто вот так бросили, мне сказали, хочешь работать на радио? Я говорю, очень хочу, очень хочу. Они говорят, ну все, завтра эфир. Я говорю, как завтра эфир? Подготовиться, а там кнопочки. Они говорят, да разберешься. И вот тут огромный вот такой пульт. Здесь компьютер, здесь компьютер, mm-hmm. здесь телефон, здесь еще один телефон, тут планшет, тут твои записи какие-то. Они говорят, да все там легко. И я прям плакала, говорю, я никогда не разберусь в этом. Потому что все представляют, судя еще по тому, как это в кино показывают, что ведущий просто сидит. Просто у него микрофон. Просто микрофон. Да, и он говорит. И там где-то в черной комнатке сидит звукорежиссер, ага. который... Всем рулит, но на самом деле вот эти дорогие ведущие, они делают все сами. Все. Вот еще есть люди, оставить которые... Оставить песню, прочитать погоду, зачитать да. приветы. Да. Есть люди, которые просто говорят, а кто вам пишет текст? Да. Кто, там, ага. Как вот, откуда вы берете информацию? И я такой думаю, как кто пишет текст? Ну, мы сами его берем, мы в источниках смотрим там в интернете, где-то на наших сайтах это все ловим, где-то нам приходит какая-то информация от москвичей, то есть ну, то, что интересное происходит, ты об этом говоришь. И все предложения, весь эфир, каждый выход ты строишь сам, вот как ты захотел сказать, так оно и будет. Нету никакой бумажки, где тебе написали, вот скажи там, про Бьонси, там, про Джей-Зи, про Егора Крида. Все проплачено. Да, то есть, ну, все так, как хочет радиоведущий. Ну, по крайней мере, у нас так. Да, действительно. Радиоведущий — это ведь журналист в первую очередь, насколько я понимаю. Высшие учебные заведения, ну, это как раз обучают на журналистов, на ведущих радиоэфиров, телеэфиров. Вот так ведь, да, это строится? Я строитель по образованию. Инженер, да, я проработал 2 года, понял, что не мое сидеть в офисе. Не, ну ваши истории совсем другие, но вот если ты хочешь, возможно, стоит начать с журналистики. Ну... Я бы так не сказала. На самом деле, я не считаю, что радиоведущий, по крайней мере, в нашем случае, является журналистом. И я себя не считаю журналистом, потому что журналисты — потрясающие люди, которые умеют добывать информацию и делать новости. Я делать новости не умею. Я умею пользоваться источниками. Я не умею писать новости, я не умею создавать инфоповоды. Я просто благодарю журналистов, благодаря которым у меня хороший выстроенный эфир. Слушай, ну, ты тоже журналист в каком-то плане, потому что гости приходят, ты же берешь у них интервью, и там это тоже все интересно. Mm-hmm. В этом смысле мы не стопроцентные, наверное, журналисты. Журналисты — это действительно люди, которые своей профессии прямо вот отдаются. Вот они работают, люди работают журналистами. Там, допустим, в моем плане, когда меня спрашивают там ребята, с которыми я знакомлюсь, где ты работаешь? Mm-hmm. Я говорю, я нигде не работаю. Ну, то есть для меня радио — это не работа, это кайф. Но как можно назвать работой, когда ты там приходишь в 7 утра в студию и будешь миллионный город, ты говоришь типа «Доброе утро, Красноярск!» И люди там, кто-то едет и мысленно тебе в машине говорит там «Доброе утро!» Или вот кто-то только-только глаза открывает с будильником, и ты ему «Доброе утро, Красноярск!» И он такой «Еще 5 минут!» Типа, да. То есть, ну, это заряд, который ты отдаешь людям, это возвращается тебе, это какое-то быстрое количество времени, казалось бы, там 3 часа, вот у нас утром, да, идет шоу. Казалось бы, о чем говорить 3 часа? Ну, ты всегда вот на волне, такой в движухе, но это сложно. Это реально сложно, потому что мы все люди, и мы тоже можем где-то не выспаться. Да, у нас могут быть там свои проблемы какие-то. Там, например, попал в ДТП в какое-то, и думаешь, что делать теперь, как бы там. Надо там туда-сюда что-то успеть, где-то сделать. А тут у Егора Крида день рождения, надо сказать об этом. Потому что Егор! Ты должен все свое, вот самое главное... Как я считаю, это не, ну, там, не быть журналистом, да, в том классическом понимании, как, ну, ты представляешь себе там, человека с блокнотом, который все записываю. А уметь абстрагироваться, наверное, от жизни, которая у тебя вне студии, она остается там, и в студии ты другой человек. У тебя нет вообще никаких проблем, это не может вообще никак существовать с радиоведущим. Потому что никому не интересно будет слушать там чувака, да, который там, ой, слушайте, ну, знаешь, там 16:00. Так, у меня деньги на телефоне кончились, надо что-то где-то закинуть как-то. Ну и типа вот ты в своих проблемах, ты никому не интересен, у всех проблемы. А голос, который в 6 утра, там, в 7 утра появляется в твоем приемнике, такой типа, йоу, привет, доброе утро, ребята, ну что, сейчас пошумим, делай громче, разбудим соседей.
это классно. Люди такие, ну, постоянно спрашивают, там, что, на чем вы сидите? Почему вы? Вот так, да, как на чем вы? Как можно быть таким бодрым? Еще обычно спрашивают, а во сколько вы просыпаетесь? Угу. Хороший вопрос. Ну-ка, расскажите, во сколько вы просыпаетесь? Мой первый будильник стоит в 5 утра. В 5? Да. Я работаю с 7 утра, с 7 до 10.00. И на этой фразе обычно мне все говорят, всего 3 часа? 3 часа и свободно? Я говорю, да, я уже в 10 утра заканчиваю, и в 11 я уже дома. Могу себе позволить там сон час, поваляться. Ага. Мне мой график очень нравится. Хотя на самом деле, если посмотреть так немного назад и сказать моим учителям школьным, что вы знаете, что Сабина просыпается теперь в 5 утра на работу, они бы мне никогда в жизни не поверили, потому что в школе я приходила к третьему уроку, это в лучшем случае, серьезно. Я жила в... От школы мне было до школы 2 минуты идти. То есть, когда я на физре бегала на лыжах, моя мама с балкона кричала шутки смешные. Все смеялись, и я думала, блин, мам, давай обратно. Пожалуйста, не надо. То есть, мы жили очень близко к школе. И я всегда опаздывала, все время. А на радио нельзя опаздывать. Поэтому я просыпаюсь действительно очень рано. И первый год, так как я работаю в мужском коллективе, я там проснуться пораньше, надо волосы там уложить, накраситься, ты еще сам не можешь проснуться, 5 утра, и это все надо себя в порядок привести. И первый год я прям наряжалась так серьезно, потом думаю, ай, ладно. Приезжаешь на работу, как успел, патчи, маска, там все такое, двери закрываешь, говоришь, ребят, я сейчас быстро соберусь, а потом вы заходите. Но потом мы поняли, что мы уже очень долго и близко общаемся и видели друг друга в разных состояниях. И поняли, что мы и так красивы. Да. Ну, в этом плане вот мне, например, легче. Вот, ну, мы честно, да, сейчас говорим? Да, очень честно. Например, если брать начало карьеры радиоведущего, это... 1 час шоу вечером в Красноярске, 3 часа шоу утром. Uh-huh. Когда я вел вечерний эфир, я приезжал, ну, в 4 часа он начинался, я приезжал в 3 за час, чтобы этот час ровно посвятить тому, чтобы накидать песни в плейлист, uh-huh. все это свести красиво, найти информацию, что я буду говорить. У меня были вот такие вот, реально вот такие стопки литературы какой-то, которые я там писал дома, что там так, гороскоп будет, там новости какие-то. Я все это делал, и это занимало кучу времени. Если это утренний был эфир, он начинается на Love Radio в 7 утра, я приезжал за 3 часа изначально. То есть я приезжал в 4 утра, ну типа, да, в 4, там, в 5 я приезжал, и я каждый час, я все проверял, потому что я боялся сделать что-то не так, это же гигантская ответственность. А что, если я скажу что-то не то, а если песня проиграет не так? А если микрофон запишешь, выключится? Это вообще жесть. Ой. И, ну, то есть у нас охранник в комплексе, где у нас расположена радиостанция, в 4 утра вот так вставал и говорил, чего тебе не спится? Ну, чего тебе не спится? Я говорю, на работу. Какая работа? Ты видел время? Все приходят в 7. Ну, и сейчас, вот если Сабина там просыпается рано, приезжает заранее, там, вот ей нужно, она говорит, ну, уже как бы от этого отошли, уже все свои. Я приезжаю на эфир просто в трениках, может быть, да. Я вот проснулся вот так вот, встал, машину пикнул, сел, поехал. Все. Я даже не завтракаю, ничего. Без 15 эфир я выхожу из дома. Опс! Привет нашему шефу. Да, нет, на самом деле, я готовлюсь, Андрей Евгеньевич, я готовлюсь. Да, ну, то есть, опоздать варианта нет. То есть, во сколько бы ты ни вышел, там, за час до эфира, за 5 минут, у тебя нет варианта опоздать. А бывает всякое. То есть, ты, ну, реально, ты тоже человек, ты можешь проспать где-то вечером, там, может, что-то там, с кем-то увиделся, отпраздновал, там, что-то день рождения, и утром тебе тяжело просыпаться, или ты просто не спал почему-то, по какой-то причине смотрел фильм, не прозвонил будильник, да куча бывает ситуаций, но если ты едешь на работу, ты звонишь, говоришь, я там в пробке. То есть здесь, если ты едешь, уже тебе звонят и говорят, ты где? Да, тут да. Нет варианта, я в пробке. Вот, и, ну, вот, наверное, за... У меня за всю историю, за сколько я работаю на радио, ну, за какой-то долгий промежуток времени для меня, наверное, 3 года, может быть, 4. Я опоздал 1 раз, вот честно. Утром? Да, утром. На утренний эфир я честно, вот клянусь, опоздал 1 раз, когда я приехал. Это было, я не попал в эту там часовую, не было моего выхода, поставили музыку. Я опоздал 1 раз. Но это просто, это какое-то стечение обстоятельств, когда ты едешь и дикая пробка после дождя, и ты ну никак ее не можешь объехать. Хотя ты выехал, ну нормально по времени, это не то, чтобы там ты проспал. Но вот такое, да, было. Но поскольку все люди, да, естественно, сказали, так больше не делать,
Но все мы понимаем, что всякое бывает, поэтому, в принципе, вот, простили, забыли, я худ, я на самом деле, простому слушателям не всегда понятно, что мы или мы там опаздываем, или мы сейчас пьем чай, или кто-то из наших коллег побежал... Это можно говорить? Магазин. Или даже, допустим, свет, когда отрубается... Ну, во всем городе, да. А у нас да. еще продолжает эфир. Да, было такое, что мы вели несколько эфиров прямо в тотальной темноте, потому что свет отрубили. Без компов, причем, да? Вот просто ты сидишь, и у тебя ничего не работает, кроме твоего компьютера, где джин, ну, где вот музыка, откуда мы ставим программу, микрофона и наушников. Ничего не работает, а тебе надо вести эфир. Там новости сказать, гороскоп сказать, и ты что делать? Ну, чего делать? Ситуации разные бывают. Атмосферка еще такая интимная достаточно, все так темно, а тебе нужно говорить «Привет, Красноярск!» А хочется уснуть, да. А хочется, да. Особенно зимой, когда темно за окном и темно здесь. Ясненько. Ну-ка, может, еще вспомнить какие-нибудь курьезные моменты с работы, связанные? Наверное, каждый день курьезные моменты какие-то есть. Ну, есть, что-то. Конечно, которые выбиваются там за рамки чего-то, а есть каждый день, вот у нас там линейные эфиры, это не утреннее там шоу, да, где несколько человек ведет эфир, где ты можешь взять какую-то шутку, там, допустим, да, вот мы бы вдвоем вели один эфир, взяли бы какую-то вещь, начали бы ее обсуждать, Сабина со своей стороны, я со своей, и мы как-то бы поприкалывались, посмеялись, и это было бы круто. Когда два человека это обсуждают, это одно, но когда один человек тебе в эфире говорит, а вот там, ну и вот буквально все что угодно, радиослушатель едет и думает, что он несет, типа, про... ну, сам тебя с собой никто, да, тебя никто не поддерживает, сам с собой. А за эфиром, да, за эфиром, хотел, сам посмеялся. Это выглядит так, что вот студия Love Radio, студия Европы Плюс, и здесь вместе, Андрей Коваленко у нас сидит, наш новостник, духовный вдохновитель. И вот он какую-то новость берет, ее громко кричит, и мы слышим вдвоем, мы начинаем прикалываться на эту тему, у нас три человека, мы дико угораем, что-то смеемся, и у нас вот сейчас будет выход в эфир, а ты вот, ну, пропусти, ты такой, что сейчас сказать, мы же угорали над этой темой, и ты ее не можешь сказать, из головы не можешь выкинуть, что тебя никто не поймет, но ты об этом думаешь, и ты, что делать? И каждый эфир, он максимально живой, потому что он прямой. Это не запись, которую потом можно отредактировать и, ну, где-то поправить. Это прямые эфиры, где если ты там, ну, оговорился, ты оговорился. Если ты что-то косячнул, то ты косячнул. И об этом узнают все, это будет видно. У тебя нет такой возможности, в принципе, не может быть. И поэтому каждое утро, там, каждый вечер у нас есть вот такие, ну, свои какие-то моменты, которые мы ловим. И... Ну, слушатели, конечно, тоже веселье порой прибавляли. Порой не очень весело, конечно, но иногда бывает, да, веселушек нам таких. Зрители, ну, вот те, кто выходит в эфир, они реально дозваниваются, это никакие не подставные люди. Каждый может спокойно дозвониться в эфир, но бывает, что дозваниваются какие-то сомнительные люди, потому что вы принимаете звонки, вот он звонит человек, то есть нет человека, который отвечает за звонок, принимает его, удостоверяется в адекватности человека и передает ведущему. Как это в кино было, да, я не понимаю, да, почему да, этого да. не показывают. На да. самом деле эти ребята, вот, ты звонишь, и он берет трубку сразу, и вы начинаете говорить. Mm-hmm. Не факт, что в прямом эфире, но вот заранее чуть-чуть. Да. Какие бывают персонажи звонят? Расскажите. Прям можно, да? Мне очень интересно. Но прежде хотелось бы сказать, что действительно, когда я еще слушала радио, и дозванивались там ребята, и выиграли, не знаю, там, 5000 рублей, или 100 литров бензина, или кружку, или билеты в кино, или поездку в Москву, и думаю, да... Ну, это, наверное, свои друзья, друзей, это чьи-то родственники, но действительно это не так. И вот я работаю на радио уже сколько, лет 6, наверное, и ни разу еще не получалось, чтобы выиграл кто-то из моих, и мне папа шутит тоже, говорит, Сабин, ну, хотя бы что-нибудь нам-то выиграй. Потому что подарки, правда, классные, но по правилам компании мы не можем сделать так, чтобы выигрывали наши друзья, коллеги, близкие, поэтому... Разыгрываем все честно. Но дозвониться действительно бывает непросто, потому что есть у нас и родийные маньяки, которые мы, наверное, обсудим, наверное, их чуточку позже. Но слушатели, да, бывают разные. Бывают ребята совсем молодые, которые просто решили побаловаться и там позвонить нам. Бывают достаточно взрослые, которым просто скучно. Бывают...
Ну, это больше уже к разиным маньякам относится. Бывает, когда любви признаются, там, стихи читают. Да, есть такие. Но на самом деле дозвониться реально сложно, потому что, ну, много людей хочет поучаствовать, это топовые радиостанции, слушают. Но, как сказала Сабина, у нас за всю историю, у меня, наверное, один раз выиграл там мой знакомый, который слушал эфир, mm-hmm. он дозвонился и говорит, типа, прикинь, это я, говорит, это я, Стасон, это что, правда, может быть? И на самом деле за нами сильно мониторят вот ту историю, когда кто выигрывает. И бывали случаи на какие-то концерты даже, там, говорили, вот, у тебя этот человек есть в друзьях ВКонтакте, мы там его нашли, а он, ну, просто ВКонтакте, ну, где-то с человеком, это ВКонтакт, это социальная сеть, где-то... Да город маленький, все тусовки, равно. Да, ты увиделся друг друга, ты познакомился, он тебе добавился в друзья, все, ты уже забыл про него, не знаешь, кто такой, он тебе дозвонился, он победил, все. Он выиграл, вы посмотрели по базе, так, есть ли он у нас, и все, за это за все спрашивают, поэтому все те люди, кто дозванивается в эфир, они реальные, они настоящие, и каждый может это сделать. Это абсолютно точно. Ну, а в плане, наверное, ну, каких-то персонажей таких интересных, у меня вот два случая было, это вообще, ну, они максимально разные, но я вот... Всегда, когда человек дозванивается, там, допустим, есть несколько форматов игры, когда... Это один на один сражаются люди, ну, то есть между собой за подарки. Когда человек звонит и сражается там с радиостанцией, ну, условно. Там, например, вот на Love Radio была игра «Уловка», и вот про нее расскажу, когда я еще вел там эфиры. Дозванивается слушательница, слушатель, это был мужчина, и был вопрос, ну, примерно что-то типа, какого цвета зеленый? Ну, вот, и варианты ответа, там, зеленый, красный, синий. Ну, вот максимально простой этот вопрос реально был. И парень этот, значит, дозвонился такой, ага. Я ему говорю, ну вот смотри, какого цвета зеленый? Три варианта ему предлагаю. И он такой, так. Ну, наверное, красный. Мой ответ красный. И я сижу, думаю, чувак, ну нет же, нет. Ну, а поскольку он играет против радиостанции, ну, мы себе билеты никакие там не оставляем, никакие подарки, если вдруг слушатель проиграл. И прикольно, что чувак дозвонился, прикольно, что он бодрый и классный, и хочется ему помочь. И я ему говорю, окей, я тебе даю еще один шанс, просто потому что вот сегодня там, не знаю, понедельник, тяжелый день, ты не выспался, может быть, подумай хорошо, какого цвета зеленый? У него два варианта, кстати, зеленый или синий. И он такой, собравшись с мыслями, такой, так, сейчас, подожди, зеленый, я учил, забыл. Синий, пусть будет синий. Ой, господи. Я думаю, ну чё, вот это уже смешно реально, поэтому, ну, давай добивать его, как бы начинай над ним смеяться, прикалываться, а он вообще не понимает. И когда ты слушаешь со стороны, как идет игра на радио, тебе все просто, тебе понятно, что зеленый это зеленый, там, съедобные слова, ты все сразу на нужную букву знаешь, как бы ты вообще гуру, самый умный. А когда ты сам дозвонишься, у тебя сердечко бьется, это эмоции, ты, так, чё там зеленый, какого цвета зеленый, где? И вот я ему говорю, давай, третья попытка у тебя есть, соберись и поехали. И мне чувак на полном серьезе говорит, ну тогда все-таки красный. Я говорю, нет, я реально сделал все, что мог, братан, извини, пока. Все, вот такие ребята есть. Это из серии, это слишком просто, да. Так не может быть. Мне порой это напоминает рубрику «Викторины» на телеке, когда уже все буквы открыты, кроме одной, и типа «Поле чудес». Назовите слово, кручу барабан, не знаю, что такое, непонятно. Следующий. Так что, да, вот один раз был случай, когда девушка позвонила, тоже, да, мы же сами их отслеживаемся, то есть человек звонит во время музыки, пока ты объявляешь игру, ты с ним общаешься, говоришь, что сейчас будет игра, там, выключи приемник, будь там в адеквате, там, все, там, приветы передаем и так далее, все правила рассказываешь. Девушка, ну, вот максимально она вменяемая, все, говорит, да, все, классно, окей, а мы разыгрывали билеты в кино. И, то есть, мы выходим в эфир с ней, я начинаю с ней общаться, говорю, там, типа, Наташа, чем занимаешься, она говорит, а мы вот с ребенком во дворе играем, и мне, значит, дочка говорит, мама, дозвони Стасу на Европа Плюс, выиграю у него билеты, ага. Я позвонила. Я такой вдохновленный, блин, дети знают, как меня зовут, там где-то на детской площадке, если сейчас играем в кино. Она не отгадывает фильм. Ага. И, ну, мне было мило, что, ну, там она с ребенком, как я сейчас скажу, нет, ты не угадала, все, до свидания. То есть я ей помогаю отгадать, в итоге с подсказками она все-таки вырывает правильный ответ. Там дочка кричит, спасибо, я говорю, ну что, кому привет будешь передавать? И тут начинается. А привет мы хотим передать нашему папе, который бросил семью, который на нас, значит, забил, и ребенка даже не может сводить в кино. И она вот это все начинает выливать в эфир.
И я не знаю, что делать, потому что, ну, она только что была максимально адекватным человеком, и тут же, начиная через радиостанцию, там, до своего мужа, как-то там, да, до отца ребенка, пытаться докричаться, что типа, а, ты даже дочку не можешь садить в кино, смотри, мы на радио билеты выиграем, у нашего папы нет денег, он там нам не платит. И как эта песня завелась, и я такой, так, теряем связь, там, я не знаю, там, здравствуйте, да. все, билеты твои, что еще тебе надо, я 100 рублей положу тебе на телефон, пожалуйста, хватит. Ну, то есть, у человека просто бомбануло, да. И вот это бывает в прямом эфире. И наша задача до того, как человек появится, слушайте, это все предугадать и просчитать, и направить человека, как должно быть. Ну, вот, как бы. Наверное, таких у нас еще были трогательные письма от девушек, ну и от мужчин, в принципе, тоже, которые писали нам, особенно в период, когда были выпускные, какие-то вот, ну, в летний такой, что-то из серии «Наташа, я всегда любил тебя, и хоть прошло уже 11 лет, и я до сих пор не могу тебя забыть, хоть у нас разные с тобой жизни». И такой периодически прилетает. Ну вот на днях, кстати, один из моих слушателей тоже выиграл в какой-то игре у нас. И не мог определиться, кому передавать приветы. Я говорю, ну давай, может, поймем на кому-нибудь. Он такой, я передаю привет своей жене и своей любовнице. Тоже хочу передать привет. Я ее обожаю просто. Чтобы не обиделась. Видимо, вот такие вот тоже. Бывает, у нас еще есть... Ну, мы все-таки плавно подходим, видимо, к этой теме. У нас есть одинокая бабушка, которая мне звонит постоянно. Звонит всегда, передает приветы через космос своему внуку, говорит о том, что мы с ним когда-нибудь поженимся, читает мне стихи, потом плачет, говорит, что... Ну, там, в общем, такие истории. И странные, и грустные, и порой очень страшные. Поэтому... Надо вовремя, наверное, включать еще и фильтр какой-то, чтобы через себя это не пропускать. Да, потому что порой действительно очень много об этом думаешь, и как-то некомфортно становится. Даже во время эфира просто тебе позвонили, и у тебя сразу динамика драйв падает, потому что ты думаешь, блин, тут человек там меня слушает, и у него какие-то проблемы. Начинаешь на себя как-то, ну, примерять, предпринимать, и такой стараешься абстрагироваться, типа, все, спасибо, все, мне не надо, до свидания, хорошего дня. Вот. Поэтому, ну, сложная работа психологически. Психологически, да, морально тяжело бывает, потому что действительно, ну, бывает разное, и ты бывает без настроения приходишь, и должен быть какой-то способ, какой-то секрет у тебя, который поможет вот так вот отщелкнуться. А что, может быть, вам помогает? Ну вот про что вы думаете, как вы себя настраиваете на эфир? Ну, про зарплату, наверное. Нам платят просто очень много, что вот Сабина может позволить себе после эфира сам час устроить. Ладно. Да не, ничего, ну, наверное, просто ты чувствуешь ответственность свою перед людьми. Ну, там, миллионный город, тебя все слушают. И ты просто, ну, для меня мотивация — это ответственность перед радиослушателем. Что я не могу выйти и сказать всем привет. Красноярск там 9 или 9:05 утра, что-то такое. Музыка. Ну, сейчас это уже, наверное, происходит автоматически. А когда вот вы начинали свою работу... Наверное, начинали много задумываться о том, что говорите, и эмоция, может быть, пропадала. Бывали такие вот ситуации? Начинаешь задумываться и перестаешь улыбаться. Вот когда вы ведете эфир, вы всегда на улыбке. Ну, потому что может все что угодно произойти, там у нас эфиры такие, как день радио, вот, да, там может кто-нибудь подойти, пока ты читаешь новости, к тебе подходят, так вот, глаза сзади закрывают. Я не буду говорить, кто, но начальство там, например, ладно. Там, или пощекотать тебя могут, или ты говоришь там, по данным Яндекса в Красноярске, ну, когда пробки рассказываешь, и тебе вот так вот нос сзади зажимают. По данным Яндекса в Красноярске 3 балла, и пытаешься убрать, или тебя щекотить, кто-то начинает, ну, а ты или не можешь. Или кто-то в ухо дуть начинает. Это отвлекает. Я советую всем посмотреть фильм «День радио». Для тех ребят, которые хотят поработать у нас, в нашей профессии, попробовать себя, это вообще обязательно. Мой самый любимый фильм. Самый любимый и, мне кажется, один из самых правдивых. Да. Ну да, да. А эмоции, они теряются, когда ты, ну, ведешь бездушный эфир. Ага. Ну, я так считаю, когда вот у тебя есть текст, который ты читаешь, и ты вообще далек, там, например, ну, я не знаю, там, от моды, от какой-нибудь, от женской косметики. Новость ну, вот какую-то, да, берешь читаете? Эту новость, да, ага. И читаешь ее, и ты такой, там, Кристиан Диор выпустила новые, там, патчи под глаза, чтобы не было морщин после сна, чтобы можно было. И это теряется, тебе вообще неинтересно, это написано.
А когда ты редактор эфира еще при этом, ты сам берешь новость форматную, живую, интересную тебе, ты представляешь свою аудиторию, кто эти люди, и ты им рассказываешь эту новость. Ну, вот, то есть ты прочитал, и ты пересказал. Там не слово в слово, но как-то донес, и это живо получается. Вот поэтому, кстати, я думаю, что очень повезло нам в том числе, что мы попали в формат радиостанции. Что если бы, допустим, ты или я работали в эфире радио «Шансон», не в обиду ребятам, или авторадио, там, или еще какие-нибудь другие волны, которые у нас есть в городе, возможно, мы бы там смотрелись и слушались негармонично, и как раз была бы вот эта вот история. Потому что ты можешь рассказывать там про DC и про... что там еще есть? Вот поэтому я не рассказываю про это. Ну, в общем, там какие-то комиксы, какие-то гонки, формулы и все такое. Я работаю на Лафрате, у меня немножко другой формат. Я могу рассказывать про моего любимого Егора Крида, про гороскоп, про то, что сегодня у Овнов, куда сходить в Красноярске. А вот Нюша еще, кстати, а Нюша с Егором Кридом. Опа! И вот эта вся история, я в теме не потому, что я там работаю, потому что я и так об этом знаю. Волей-неволей я об этом узнаю. И мне остается просто поделиться этим в эфире. И все, то есть мне не нужно специально заходить и смотреть, что это такое, а как это правильно читать. Я даже не знаю, кто эти люди. То есть мне в этом плане очень комфортно, потому что я когда-то попала в формат. Да. Попадаешь. Здорово, у нас, кстати, появился один вопрос из зала. Да. Ого! Так, тихо, собираемся. Вопрос простой. Были ли случаи, когда вас узнавали на улице по голосу? У меня было вчера такое, кстати. Ух ты! Я вчера стояла на пешеходном переходе возле планеты, разговаривала по телефону, и стоит парень рядом и такой... Я вас где-то слышу. Ничего себе. А это он на другом конце трубки. Говорит, где-то я у вас знакомый голос. Я говорю, я на радио работаю. Это ты. Давай, фонд. Вау. Нет, чаще всего, так как я огромный фанат такси, я постоянно передвигаюсь на машине, на такси. Причем у Сабины есть своя машина. Ну, это другая история. Постараюсь, как кто-то за рулем другой. И меня часто узнают по смеху. Вот это такая странная история. Ну, таксисты часто рассказывают какие-то истории, и когда ты хихикаешь, они такие: «А это вы же на радио работаете?» Я говорю, да. Ну, и еще, видимо, потому что у меня имя такое, если бы меня звали немножко по-другому, то... Катя Иванова. Ну, как вариант. Так, Сабина Кулиева, вы на радио работаете? Я говорю, ну да. Поэтому с этим вот полегче. Интересно. Так что водители такси — моя аудитория, которая меня узнает. Слушай, ну у меня тоже бывает такое, не часто, тем более в последнее время мы вообще часто нигде не бываем. Но бывает, у меня даже были случаи, когда люди подходили, то есть мы ведем мероприятие за эфирами, и это не всегда формат там радиостанции, это какие-то там корпоративы, что-то еще. И у меня были случаи, когда кто-то подходит и говорит: «Слушай, ты же это вот на Европе». Ко мне как-то подходит мужчина, вообще, ну, максимально адекватный, он идет в футболке Европа Плюс, он ее где-то выиграл у нас. Вот так вот подходит ко мне и говорит, как с президентом: «Вы же, да, можно я с вами?» Я говорю: «Ну, давай, конечно». «Моя жена не поверит, давай». Я думаю: «Чувак, ну я простой человек, типа, хватит». Да, такое бывает. Но у меня был случай еще смешнее. Мы проводили корпоратив, и в какой-то перерыв ко мне подходят двое ребят, и такие говорят: «Слушай, ты смотрел «Викингов» сериал?» А я тогда прям так был подстрижен, как вот Рагнар такой, с бородой, вот прям вот как он в первых частях. Я говорю: «Ну да». Он говорит: «Ты так на Рагнара похож, можно сфоткаться с тобой?» Это так! И все, и мы такие запилили вот как с актером фотку. Да, забыл. Ну, известность, мне, по крайней мере, в голову не ударила, там, короны нет. Нету такого, что я стою в очереди где-нибудь, говорит: «Вы же Стас Сакулин с Европа Плюс, проходите перед нами, вам нужнее». Ну, кстати, об этой я очень грустила по этому поводу. Я думала, что я когда приду работать на радио, я стану достаточно известной, знаменитой, что меня начнут узнавать. Скидки в такси будут. Но этого не произошло. Я ждала полгода, я ждала год, я ждала полтора года, когда начнется этот пик моей славы, когда же меня начнут разрывать. Сабина, это вы, и все такое. Но этого действительно... Вышла замуж и все.
Но этого не произошло, я очень расстраивалась по этому поводу, но потом поняла, что, наверное, нужно с другой стороны к этому подойти, и раз на радио, по крайней мере, в регионах не сыскать такой славы, в Москву ехать я не хотела, то нужно было просто найти себе какое-то другое хобби, возможно, или другую работу в дополнение к этому, а к работе на радио относиться как к удовольствию. Которое... К ней работа. Как к ней работе, да. Ну, не получилось такой суперславы, не дается она в регионе, поэтому, ну и ладно. Ну, слава богу, мне кажется. Мне кажется, москвичи тоже, ну, то есть, вот он приедет к нам, и, ну, кто-нибудь из ребят, и по голосу, ну, тоже там не знает. Ну, конечно, да. Потому что ты все равно рисуешь себе образ человека, ну, у себя в голове, потому что ты его не видишь. Где-то на каких-то плакатах, да, он мелькает, там, может быть, где-то раз, там, несколько в каких-то эфирах. Это да, но вот прям, чтобы прям по голосу ты идешь, где-то слышишь речь, и ты такой, о, да нет, ты что, это, Егор Крид? А там, ну, ты вот, половину людей там узнает. Не знаю, у нас были ребята, приезжали с проекта «Танцы на ТНТ». Ну, это, конечно, была веселая история, мы с ней вот познакомились, там Лера Бабаян была и Саша Перцев, они приехали на эфир, мы с ними пообщались, они говорят, ну вот, в Красноярске первый раз, что, куда сходить, я говорю, ну давайте, там, в 7 часов я с вами заеду. Ну и все, я прокатил по всем заведениям, там, таким нормальным нашего города, и вот мы сидим в кальянной с ними, и вот так вот подходят люди ко мне, начинают здороваться, ну, потому что у меня много знакомых, там, это заведение друзей, я предупредил, говорю, вот с ребятами, все, приезжайте. И приходит Стас, привет, а их никто не замечает. То есть, ну, это звезды с телека, там, да, которые танцуют, их никто не замечает. Я говорю, Стас, привет. И мне Лера говорит такая расстроена. Ты, наверное, местная селеба, да, тут? А я такой, да нет, просто вот ребят знаю. Ну, а там вот хозяин заведения, приходит, Стас, привет, ребят, здравствуйте. Все нормально, вот это все хорошо. И они что-то такие раз-раз, а потом понеслось, значит, ребята сидят за соседним столиком, просто вот уже посетители, вот так вот смотрят. Здравствуйте. Извините, а вот вы, да, вы с танцев, и ребята, да, мы с танцев. Наконец-то. И я такой, а они такие, а это кто с вами? Я говорю, эх, менеджер. О, да, правда, а можно фотку? 50 рублей, селочек. Не, шучу, ну, вот да, было такое. Но вот мы с ребятами прямо знатно посмотрели город, и на следующий день надо было выступать утром. Он говорит, нету, уже мне звонят, говорит, кот, их где они? Они просто, ну, спали. Ясно. Класс. Такая история. Приятно. Да. Даже я к тому, что люди, которые мелькают перед тобой постоянно, где-то в обыденной ситуации, ты даже не представляешь, что ты можешь вот, там, в автобусе его встретить или где-то там в каком-то там кафе, ресторане, там, или в какой-нибудь Макдональдс стоишь в очереди, и вот сзади тебя стоит там Мигель. Вот у меня был, я в Москве был проездом, мы приехали в какой-то их центр, базар или что-то такое, там многоэтажный. И вот мы стоим, там очередь в туалет, и вот стоит за мной Мигель, ну вот реальная история, и я понимаю, что это вот Мигель, и я перед ним вот в туалет, и это очень волнительно. Вдруг что-то сделаешь не так, он потом зайдет, скажет, ну, там, воду не выключил, да, условно, там, или там, промазал бы, всего, кстати. Вот, да, ты такой, ну, проходите, вам нужнее, типа, все, волнуешься. Классно. А какие, может быть, у вас... А знаменитости родины, на которых вы равнялись по голосу, ну, чтобы его как-то формировать, какие-то детальки считывать, речевые конструкции. Я думаю, что скорее манера, возможно. Манера. Как вариант. Но я равнялась на московских коллег своих, потому что по именам, наверное, уже и не назову, но... В принципе, мне это помогло, в том числе и попасть в формат станции. Потому что когда меня взяли, я вообще не понимаю, как меня взяли работать на радио, потому что там была девочка-пионер у меня. Был такой высоченный детский голос. И мне прям стыдно переслушивать свои эфиры. Вот там 5 лет назад, 4 года назад, 3, да даже 2 года назад все было совершенно по-другому. Я уверена, что через пару лет я буду говорить гораздо лучше, чем сейчас. Нет, мне вообще история максимально противоположная. Я вот пришел на радио, у меня первый эфир был вообще самый потный максимально, потому что я сидел один в этой студии. Мне позвонили, сказали, вы записывались, да? Я говорю, да, я записывался. Ну, приходите, пообщаемся. И у меня в тот день я только вернулся там с путешествия. У меня случилась такая ситуация, что там обокрали машину с техникой. И я вот
из милиции приехал, у меня брали отпечатки пальцев, и мне вот звонит наш программный директор, говорит, приезжай. Я вот грязный, если иду вот в приключениях, это первый раз, ну, первый день приехал, вот 7 утра, вот 10 меня уже пальчики сняли, все, я там приезжаю навстречу, ну, мы общаемся, говорю, ну все, тебя утвердили. А что ты, говорит, так выглядишь? Ну, я ему все это рассказываю, он говорит, ну и как ты к этому относишься? Я говорю, ну спасибо, что деньгами, как бы, что могло быть хуже, он такой. Ну все, здорово, тогда у тебя эфир через полчаса. И я говорю, в смысле через полчаса? Он говорит, ну через полчаса у тебя эфир, как бы, что непонятного. А я не знал вообще, куда что нажимать, что говорить. Он говорит, нажимать можно учить обезьяну, вот говорить надо уметь, давай, у тебя все получится. Он зарядил, и первые разы я, наверное, ориентировался, ну вот в моем понимании, то, как ты слышишь себя, это одно. То, как слышат тебя люди, это другое. То есть они слышат другой голос, то какой он есть. Потому что ты слышишь там через вот там, небо, там вот это вот уши здесь, тут же в них говоришь. Да. А когда это аппаратура, ну вот прямо она звук делает чище. И ну, я все равно, для меня, я вот сел вот в Лафраджо, да, это что-то такое нежное. И у меня ориентир, наверное, был. Вот сейчас реально стыдно переслушивать. Ну-ка. Это, мне кажется, канал РЕН-ТВ после полуночи. Такая вот эротика. Я прям так на Лафрадио. Я прям вот я весь в этом экстазе был. Сейчас вот даже блеском будет Егор Крид и Лобода. Да! Станис, Лав, Сокулин, все, кисочки, всем пока. Ну, то есть это была вот такая история. И потом мне тоже сказали, смотри, москвичей. Все, я потом начал смотреть московские эфиры, слушать и, наверное, тоже куда-то вот туда, слава богу, углубился. Вот как меня не уволили, я не знаю, вот один эфир бы сейчас такой был, мне бы сказали, все, спасибо, что пришли. Спрашивают ребята, сколько времени вам понадобилось, чтобы вы уже поняли, что говорите нормально, поставился голос на разъеме? Сколько нужно проработать? Именно разъеме голос, что поставился? Ну да, вот вы начинаете слушать формат. И понимаете, что уже все. Да, уже. Да, мне кажется, это нет. Ну, нет такого предела, когда ты такой, все, я вот, я радищик. Я 100% радиоведущий. Ну, то есть это безусловно, наверное, мы в какой-то степени во время эфиров как-то, может быть, подсознательно или как-то еще меняем голос. Ну, где-то там выше делаем, где-то акценты какие-то, да, но все равно. Уже, может быть, по привычке, по какой-то. Но сказать, что, типа, вот мне понадобилось там 2 года, чтобы знать, что я говорю, наверное, нет. Ну, наверное, до сих пор идет процесс, когда ты учишься. Ну, вот у меня так. Еще, может быть, в речь приходят новые слова. Вообще язык меняется, и те радиоведущие московские меняются. Все меняется, и вы всегда учитесь, получается. Ну, это еще сложно, потому что есть люди заразные, которые у них есть какое-то слово одно, ты с ними пообщался, и ладно, если это не матерное слово, но если это матерное слово, и вот ты, у тебя эфир, и ты вот, ты вот час назад общался с этим человеком, вот там прикалывались, и тут же ты такой, да, а вот они прямо заразные, ты как зеркало, вот знаешь, это когда говоришь заикой, и ты начинаешь невольно вот это перенимать. И есть такие же люди, ты там какое-нибудь слово, там, я не знаю, ну, как будто. И вот как будто, и ты, не дай бог, скажешь где-то. Да. Но поэтому мы все равно постоянно слушаем Москву, Андрей Евгеньевич, постоянно мы слушаем московские эфиры, и что-то где-то, да, действительно, у них берем. Сейчас надо спросить у ребят из Москвы, где они берут это. Да, кстати, хороший вопрос. Ох, что бы еще вас спросить такого интересного. Не знаю, пока что-то зрителей у нас там не очень много, но пока нет новых вопросов. Угу. Сейчас я посмотрю подготовленные. Ну, можно сказать на самом деле, что для ребят, которые хотели бы стать радиоведущими, вот с моей стороны, самое главное, если вы хотите посвятить себя этому, это круто, потому что вы будете там много знать, много понимать в шоу-бизнесе, вот в разной такой истории, там мода, музыка, кино. Потому что это все вокруг этого вращается. Курс доллара. Погода. Самая актуальная информация про пробки будет. Вы никогда нигде не застрянете, потому что для СМИ они другие. И, ну, то есть, если ты хочешь себя этому посвятить, надо понимать, что это не работа. То есть, это не история, что я зарабатываю миллионы за то, что я веду эфир. Ты должен получать удовольствие.
и должен как-то это совмещать со своей жизнью. Но это дико непросто, потому что надо быть в курсе вообще всего, у тебя нет шанса. Ведь то, что ты говоришь, слышат люди, и они это воспринимают. У тебя нет шанса сказать, что там, ну, условно, доллар 50 рублей, а он 70. Mm-hmm. И люди такие, чё, они один раз услышали, больше тебе верить не буду. Mm-hmm. И вот ты должен знать проверенную информацию, которую ты говоришь. И со временем ты уже слышишь песню, ты по первым, там, как угадай мелодию, с двух нот угадаю, там, вот эта песня, а какой фильм, вот этот фильм. Я вот был на нескольких свадьбах у своих друзей, там вот ведущие делали конкурс, там, угадать песню там по музыке там или еще что-то, ну, наша команда всегда побеждала, там, фильм угадать, и мы всегда побеждали. Вот это да, это история, если ты от этого кайфуешь, это твое. А если ты хочешь это как стартовую площадку для чего-то, что сейчас я вот на радио прокачаюсь и пойду там на телек, mm-hmm. это вообще разные истории mm-hmm. максимально. То есть радио, телевидение — это земля и небо. Mm-hmm. У нас появился вопрос про то, чем вы занимаетесь в свободное время от эфира. Очень интересно, Сабина валяется, получается. Часть времени, плюс-минус. Да, я приезжаю домой с работы. Блин, обожаю свой график, просто сумасшедший. В 5 утра я просыпаюсь на работу, валяюсь немножко, собираюсь. Все выезжаю. Выезжаю на работу, с 7 до 10.00 я работаю. Если я на такси и ничем не занята, где-то в 10.15 я уже дома. И тут начинается мой кайф, мой личный кайф. Я могу часов до двух где-то поваляться, посмотреть ютубчик, поспать, в общем, позаниматься своими делами. Uh-huh. Сейчас у меня есть собака и есть ремонт, поэтому сейчас я занимаюсь этим. Вот такие мои не очень веселые будни. Ну, вообще, ну, как у всех, наверное, сходить на тренировку, там, встретиться с друзьями. Что-то поделать. Сейчас вообще, на самом деле, интернет так богат на всякие различные ресурсы, mm-hmm. где можно не просто посмотреть телек или какой-нибудь новый сериальчик, что-то который научиться. Я просто обожаю. Сейчас действительно есть куча различных вебинаров, есть разные на ютубчике куча видосов, которые можно посмотреть, и в том числе для ребят, которые хотят работать, там, например, на радио. Потому что я смотрю, кстати, ребят, которые озвучивают фильмы. Ага. Это вообще так интересно, это такой какой-то свой мир, и они действительно раскрывают все фишки, вот просто приводят тебя за кулисья, ставят камеры и говорят, смотри, как у меня здесь. Здорово. Хочешь так? Вот записывайся на мой бесплатный вебинар. Действительно. Ну, нет, правда, есть очень крутые полезные ресурсы, и если ты умеешь фильтровать, и методом проб и ошибок тоже можно много всего интересного найти. Поэтому время в интернете тоже можно проводить полезно. В том числе различная там гимнастика, какая-нибудь там, да и не только. Ну, разные варианты. Как можно провести досуг в интернете. Я за это топлю сейчас, особенно в режим самоизоляции, это вообще прям кайф. Угу. А твой день? У меня вот для режима самоизоляции вообще супер неподходящая жизнь. Я посидел на самоизоляции 2 недели, условно. Ой. И все, я не смог. У меня, помимо радио, я еще работаю на телевидении, и там одна из моих граней, которые у меня есть, скажем так, это путешествия. Uh-huh. Мы делаем туры автобусные, там зимой это сноубордические лыжные, а летом это такие пешие, походные, прям там сплавы, какие-нибудь пещеры, что-нибудь на гору забраться. И у нас расписание на каждые выходные. То есть, да, условно мы в понедельник начинаются эфиры, то есть утром я провел эфир, потом поехал по делам, там все, что нужно, там начинаешь закупать для туров, начинаешь там готовиться, там еще что-то тебе надо на телек приготовиться, туда-сюда какие-то дела ты делаешь. Но в пятницу, чтобы вот уже после эфира, ты сел в машину, все, там в автобус и поехал в горы. Там в Кингергаке или Присковое. Также там походил, круги помотал, приехал обратно в воскресенье в ночь, там часа в 2 и 7. Всем тебе опять на эфир, и ты приходишь такой бодрый, такой заряженный после всех приключений, походов. Вот, но я не могу себе позволить поваляться после эфира, к сожалению. У нас, да, со Стасом максимально разный образ жизни, потому что он такой суперактивный. Я хотела бы, я, наверное, в своей голове, я тоже, на самом деле, прям вообще максимально активна, но потом я смотрю в свой ежедневник и понимаю, что все мои дела, они, ну, происходят либо в моем телефоне,
либо на моем ноутбуке, либо недалеко от дома, потому что я все встречи планирую на первую половину дня, mm-hmm. до 2 часов я всегда со всеми встречаюсь, потом я дома отдыхаю, занимаюсь своими делами. Моя вторая работа, я занимаюсь маркетингом и тоже делаю это удаленно. Соответственно, мне никуда не нужно ехать, я работаю из дома со своим компьютером, со своим телефоном. Ну и это тоже помогает. И спортзал у меня недалеко от дома, собака и её гуляли недалеко от дома. Очень странно. И, в общем, я все делаю вот так, чтобы никуда из дома не выходить. Эргономично. Да, у нас такие вот разные виды отдыха со Стасом. На самом деле, мне каждое воскресенье там вечером звонит программный директор, спрашивает, ты жив? Все нормально? Здоров? Ты придешь? Потому что, ну, у нас там такие есть... истории, когда мы ездим и в горы там поднимаемся, и, ну, такие экстремальные достаточно там сплавы какие-то, где можно, не дай бог, конечно, или что-то еще, и чтобы без эфира не остаться, там у нас есть напарники, там, с которыми мы работаем, и, если что, можно подмениться. Ну, там каждое воскресенье звонит, ты чё, как, всё, жизнь, здоров, всё нормально, приходишь, всё, выдохнул, всё, давай, до завтра, вот. То есть, такой экшен постоянный. Интересно, здорово. Ой, ребят, завидую вам. Смотри, как мы плавно отошли от темы родильных маньяков и решили не оставлять. А мы, например, поговорили, я даже не знаю. На самом деле, есть люди, да, которые действительно просто звонят и, так скажем, немного капают на мозг. А у меня было несколько историй, реально не очень приятных. И у наших коллег тоже, в том числе, за мной следили, меня поджидали возле работы. Сначала просто караулили, там, снимали меня на телефон, отправляли, мне говорили, это ты, ты вот здесь живешь, отправляли фотки моего дома, отправляли фотки моей квартиры. И, ну, было действительно очень странно, они мне звонили прямо на телефон, говорили, я за тобой слежу, а что, у тебя никого нет, тебя никто не может забрать. Кошмар. Это было очень страшно. А у наших коллег была такая история, когда человек из... мест не столь отдаленных, приходил прям к нам на работу и передавал там какое-то детское питание и говорил, значит, это нашим детям с тобой, да ты от меня ушла, но я верну тебя. Ну, вот это прям действительно маньяки, на которых писали заявление в полицию, но говорили, ребят, ну, вас же не убили. Да, какой травмы. Поэтому, да, но было страшно, было правда очень страшно, когда уже не просто звонки или там какие-то, ой, давай погуляем, давай сходим в кино, а когда реально началось... ну, вот такое вот неприятное, когда пришлось подключать ребят, чтобы меня действительно забирали с работы и отвозили на работу. Я говорю, ребят, я не могу одна ходить. Вот это было, да. Так что такие истории тоже есть, и это часть нашей профессии. Да, ну, мужикам попроще с этим, конечно. Меня пару раз, знаешь... Сидели за тобой, девчонки. Клали записку с номером телефона, там, типа, там, номер телефона, Юля, там, позвони, типа, по Европа Плюс. И вот прям под дворник. А у меня машина еще тогда была, знаешь, такая, ну, на которой, ну, не подъедешь к девушке, чтобы покататься. Там такой сарай на колесах, где все, вся моя жизнь была туристическая, и вот туда вот, под этот дворник, пару раз там было, там 2 или 3 раза. Ну, разные люди, нет, не одна и та же Юля была. Да ладно. Это я сам себе писал, типа. Не, ну, такого, что прям маньяки, страшно, да, броня, наверное, проще в этом плане. Нет, у меня еще было, что в такси, я садилась в такси, а оказалось, что это тот чувак был. Ого, и, да, это было очень страшно, и он меня не выпускал из машины еще, когда я там уже начинала истерить, говорю, всё, я не... И тогда мне, да ладно, да что ты, да прекрати, я просто играю, я просто заигрываю, ты что, не понимаешь моих знаков внимания? Ну... Слава богу, они меня не беспокоят сейчас. И вот у нас уже 3 детей. Кстати, вот. Видите, я прям сразу теребить начала, сразу занервничала. Да страшная история, да, конечно. Так что такое тоже есть. Пишет, что Валентин Воробьев передает привет Стасу. Кто это? Ну, я знаю, да, привет. Я надеюсь, когда-нибудь полетаем вместе. Это, Валентин. Да, вот Валентин. Парень, который летает на крыле, я вот подписан на его истории. Важно еще на самом деле для радиоведущего и в принципе для ведущего, вот для сохранения вот этого огонька какого-то внутреннего, когда тебе вот, пофигу на дождь, там, снег и погоду внутри себя, зажигаться и зажигать других людей, важно, чтобы у тебя были какие-то такие, типа, знаешь, люди-маячки, вот ты смотришь это на правда, них и думаешь, да. Вау! Это круто. Но кто-то смотрит на тебя и думает, типа, вау, это круто. Да. А кто-то смотрит на них и думает, вау, это круто. И вот у меня есть такие люди,
Один из них как раз вот Валентин, чувак, который делает невероятные вещи, там летает на этом параплане, на крыле, откуда-то там что-то где-то раз здесь полетал, там истории скинул. Там полетал на лыжах, без лыж. Я думаю, господи, как я боюсь высоты. Сколько мне должны были бы заплатить, чтобы я вот так вот на этом параплане полетел, а он там рискует жизнь. Ну, короче, классно вообще. Я вот такими людьми вдохновляюсь. Он один из них. Я надеюсь, что когда-нибудь дойду до того, что можно будет полетать на крыле. Такая мечта. Здорово. Ну, спасибо, ребят. Наверное, закончим на такой приятной ноте. Здорово. Скажем, что диалоги с профессией у нас будут продолжаться. И присоединяйтесь к другим нашим эфирам. Скажем спасибо нашим гостям сегодняшним, Сабине Кулиевой и Стасу Сокулину. Спасибо. Все. Да? Самое главное, нужно быть собой. И вселенная самими подстроится. Самими собими. И вселенная под вас подстроится. Не надо пытаться стать радиоведущим, если вот ты прямо хочешь, да, наверное. И такой типа, что мне сделать там, какие-то курсы, что-то там, кучу времени на что-то тратить, фильмы, литературу и так далее. Будь просто собой, и если это действительно тебе надо, вселенная тебе даст возможность, вот как в наших случаях, да, наверное. Да, пусть так и будет. Всё, спасибо, что позвали. Спасибо.